Здравствуйте, я Кристиан, это Морец. Мы расскажем про бункер и его разгрузку на новой модели Lexion. Бункеры объемом более 13 500 литров на новой модели Lexion могут разгружаться со скоростью до 180 литров в секунду. При необходимости я могу снизить скорость разгрузки до 90 литров в секунду нажатием кнопки. Как это работает и какие технические решения стоят за этим, покажет снаружи на машине Морец. Механизм выгрузки бункера может отключать один поперечный шнек. После этого выгрузка выполняется со скоростью всего 90 литров в секунду. С помощью переключателя можно отключать и оба шнека в бункере. Таким образом, выгрузной шнек может быть полностью разгружен. В стандартном исполнении все модели Lexion оснащаются заслонкой выгрузного шнека. Она позволяет сократить потери на просыпание.